А вот у организаторов фестиваля Старого Фейджа голова о другом болит. Как выполнить райдеры артистов? Ведь кому-то отдельную гримерку подавай, а кому-то воду особенную. Интересно, а что потребовали айдолы из Астро? Большой команде организаторов пришлось попотеть не один месяц, чтобы каждый миллиметр сцены отвечал главным требованиям. Чистый звук, четкая акустика и ноль погрешностей. Потому что живой звук, горы, там звук улетает, ветер и все такое. Мы все вот это должны предусмотреть и выдать зрителю хороший звук в результате. Ну и чтобы артисту было комфортно. Удобство звездам обеспечивают также и райдеры. Самые суровые требования оказались у Анастейши. Технический райдер, где само оборудование, сама техника его, аппаратура, которой нет у нас в Казахстане, мы его заказываем в Москве, привозим. Обеспечить достойное выступление группе «Серебро» оказалось тоже непросто. Серебро, свой технический райдер тоже достаточно сложный, живой звук тоже. И даже страшно подумать, какими привередливыми могут оказаться кей-поп-звезды из группы «Астро». Нет, с «Астро» как раз-таки нам, если честно, комфортнее в этом смысле работать. Некоторые казахстанские звезды, кстати, тоже отличились своими требованиями. Да, конечно. Вот у Динары Султан тоже достаточно, скажем, сложный райдер. У группы «Улутау» тоже райдер. Главное, чтобы эти титанические усилия не были напрасными.